Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая. Вы видите оперативное видео, где двое причастных к незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических средств синтетического происхождения задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более 6 килограммов наркотических средств. Распространение наркотика предполагалось среди учащихся средних и высших образовательных учебных заведений города Твери и Тверской области. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области расследовано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 229 пункт 1 Уголовного кодекса России «Контрабанда наркотических средств». Доказана причастность фигурантов к совершению более 20 эпизодов противоправной деятельности. На этой неделе в Тверском областном суде вынесен приговор. Прокуратура ориентировала суд на назначение подсудимым реального лишения свободы, так как по совокупности преступлений мы просили Федотовой Ирине Вячеславовне назначить 19 лет лишения свободы, а сожителю ее Дроздову Сергею Александровичу 21 год лишения свободы. Вопрос об обжаловании судебного решения будет решен после его изучения. Тверским областным судом оба фигуранта признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Им назначено наказание в виде 18 и 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Приговор в законную силу не вступил.